Висячая каждую маму ситуация, после которой обычно следует раздражение, срыв, крик или наказание. Вы обращаетесь к ребенку с какой-то просьбой или просто зовете его, а он не реагирует, что называется, пропускает мимо ушей. Сейчас расскажу, что делать, чтобы таких ситуаций не было. На самом деле детям, если мы говорим особенно о дошкольниках или младших школьниках, очень сложно переключаться с одной деятельности, в которую они полностью вовлечены, на другую. То есть, если ребенок играет, смотрит мультики, общается с друзьями, занят каким-то делом, и вы зовете его особенно откуда-то с расстояния, он вас проигнорирует не потому, что он плохо воспитан или вы для него не авторитет, а просто потому, что его нервная система сейчас так работает. Просто по-другому она не способна. Трюк, которым я сейчас с вами поделюсь, называется «завладевание» или «collecting» в переводе с английского. Что нужно сделать? Подойти к ребенку и дождаться контакта глаза в глаза, позвать его по имени, дотронуться до плеча, если просто так глазной контакт не ловится. И только после того, как вы увидите вот эту вот связочку, что ребенок смотрит на вас глаза в глаза, обращайтесь к нему с просьбой или с каким-то заданием. И вот тогда ребенок отреагирует.